В общем, собрался я сегодня на Тахталы поехать. Опять-таки я лоханулся. Чемпионат мира по мотокроссу. Четыре этапа соревнований. Классно здесь. Просто на секундочку посмотрите. Доброе утро, ребята. В общем, собрался я сегодня на Тахталы поехать. Это, в общем, гора, на которую частенько собирают экскурсии. И так как у меня осталось до конца сезона где-то 4 или 5 выходных, то есть за которые я должен все успеть побывать в тех местах, в которых я хотел. Не факт, что все получится, как я хотел, но тем не менее попытаться нужно. Вот. И сегодня тот самый день, который я долго собирался, особенно утром. И все-таки вроде собрался с мыслями. Сейчас иду покушать в отель. И потом обратно. А потом на автобус. И буду пытаться доехать до пункта своего назначения. В общем, сел уже в автобус. Надеюсь, я не врал еще свою остановку. И мне водила скажет, где выходить. В общем, короче, все, приехал я в Тикирово, точнее, не доезжая до Тикирова, здесь, как сказать, пункт охранный, который пропускает на Тахталы, на эту гору, вот, и опять-таки я лоханулся, походу, потому что можно было автостопом добраться, не ждать трансфер, за который я заплатил здесь 10 лир. Ну, 2 доллара это, в принципе, немного. Вот. Сейчас проезжают машины. Я не думал, что они так часто будут ездить. Я могу какую-то подцепить. Кому-то подсесть на хвост. Вот. Но так как я заплатил, эти турки меня сидят, ждут. Держат, никуда не отпускают. Говорят, сейчас автобус приедет, уедешь. Но что делать? Зато у меня обратно дорога будет. Я знаю, что я не буду там ждать кого-то, а спокойно смогу уехать на автобусе. Все. А, и еще мой косяк за сегодня. Так как собирался я очень быстро с утра, сонный был, и забыл. Точнее, не забыл, а перепутал кабеля. Взял USB кабель с телефона, а не для GoPro. Поэтому на GoPro у меня батарея садится, и уже где-то 50%. Я вот думаю, хватит ли мне все отснимать. Так что, если что, если вдруг сядет у меня GoPro, буду снимать на телефон. Ну все, вроде. Все, жду автобус на этом охранном пункте. Вот. Такая здесь красота. Лес, трасса, море, мусорные баки и микроавтобус. Все, короче, не буду тратить батарею попусту. Ребят, иду, короче, на чемпионат мира по мотокроссу. Оказывается, он проходит в этом году в Кемере, в Турции. В общем, это все от Red Bull. Red Bull Sea to Sky. Они вот проводят
как я узнал, каждый год. Вот, и 3-4 дня чемпионата проходит. Да, 4 дня проходит чемпионата. Сначала пляж, потом в лесу будут выступать ребята, потом каньон и в горах. Последний тур как бы в горах. Вот. Сейчас иду. Иду сейчас на пляж. Хотел посмотреть. Утром не смог подойти. Когда там отбор был. Но я думаю, сейчас финал будет. И это поинтереснее. Надеюсь, что вход будет бесплатный. Думаю, это открытый чемпионат. Зашел. Вот это место, где это все проходит. Сейчас посмотрим ихнюю трассу. В принципе, все как на видео, когда я смотрел. Людей не особо много. İzmir bölgesi gözetmenlerine çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Вот, в общем, такая вот трасса. Сейчас, наверное, через пару минут начнут. Я рановато, наверное, пришел. Все только подготавливаются. Вот. А, участники он вроде на старте. Если видно отсюда. Наверное, плохо видно. Но не там. Ну, короче, сейчас посмотрим, как они здесь будут гонять. Короче, ребят, поднялся я на этот Олимпус. На пункте, на охранном пункте подъехала машина с турками. В общем, никакого автобуса я не дождался. К ним подсел, и они меня сюда довезли. И бесплатно. Очень-очень красиво здесь, очень. Подъемники, если их видно. Сейчас ждем, пока приедет один, а он уже едет вроде. Нужно подниматься наверх и садиться. Все, побежал я. Будем экономить батарею. Заходим. Ребята, началось.
the start of puzzle where's the cost, tell me who the stars align. I've been stepping in with the savings from the sand when late prestige stops behind. Stand strong, what's the price you pay? Leave behind your heart or cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than a prey. And you're sitting on the edge, face up, cause you're an actual rock. I beat a heart of stone. You gotta be so calm to make it in this world. Yeah, you were natural, leaving your life good grow. You gotta be so calm. Yeah, you were natural. You sunlight in your head. Let me see the light within the dark trees, shadows, and what's happening. Looking through the glass, finding wrong within the past, knowing who we are to you. Caught up to the beast, not a word, a thought, a beast, face, and a beat of the truth. The truth, that's the price you pay. Leave behind your heart a castaway. Just another product of today. Rather be the hunter than a prey. You were standing on the edge, face up, cause you were natural. A beating heart of stone. You gotta be so calm to make it in this world. Yeah, you were natural, leaving your life could grow. You gotta be so calm. Yeah, you were natural. Fading to black, I'm fading to come up by the blood of my head. I'm breaking, I can taste it. The end is a bonus, I swear. I'm gonna make it, I'm gonna make it. Natural, a beating heart of stone. You gotta be so calm. You making it this world. Yeah, you were natural, leaving your life cut through. You gotta be so calm. Yeah, you were natural. You're natural. Я добрался. Наконец-то мы приехали. Сука, море эмоций. Блин, ну круто, очень круто. Ну, как бы прохладно здесь, не знаю, градусов 18, наверное. Вот именно сейчас. Просто непередаваемо. Посмотрите, сколько. Это стоит. Только главное ехать самому. Не ехать экскурсиями. Если ты сам здесь можешь побыть намного дольше. Ни час, ни два. Как хочешь, сколько хочешь.
еще выше. Еще один смельчак на канатке. Ребята, только посмотрите на это. Конечно, камера не передать этого всего, всей этой красоты. Ну, блядь, ну очень красиво. Если, конечно, на парашюте здесь покататься. Я не знаю. Я думаю, и сердце станет, если, блядь, на парашюте прыгнуть. Как эти ребята, только что. В общем, первый раз я выбрался на гору. И эмоции море. Еще один вагончик поднялся. Красотища. Правда, брать тоже прохладно. Долго здесь не пробудешь, замерзнешь нахер. А бабок всего в кармане 20 лир. Оказалось дороже, чем я думал. Думал, в 100 лир вложусь. Ага. 237, блядь. Ну, для одного раза за отпуск. Ну, кто отдыхает, стоит того. Просто сказка. Если бы кофе попить, еще посидеть бы. Вряд ли я что-то попью, блядь. Анимационный нищеброд. Кстати, на этом вагончике, который мы поднимались, о этих переходах. Кстати, вот если их видно, такие вышки. Блин, раскачивает сам вагончик. И такой небольшой такой жим-жим происходит в самой кабине. Ну, блин, прикольно. Блин, классно. Реально, очень классно. Ребят, если есть лишние 33 евро, сюда сгоняйте, точно. Не пожалеете. 2000 метра над уровнем моря. Так, ладно. Посижу я, постою здесь, пофотографируюсь, попытаюсь. И буду в скором времени, наверное, спускаться. Посмотрим, короче. Вот он весь круг. Не особо большой. Проехать по песку, через камни, через бревна, через шины. И потом подняться наверх. Через грязь какую-то, через такое говно. Один уже упал. Еле поднялся, в общем. Блин, ну опасно. Реально. Чуть не придавило его своим же мотоциклом. Народу вообще не особо немного. Несмотря на то, что это чемпионат мира. Это мало кто, наверное, знает. Вот. Судьи сидят. Полиция. Тип какой-то, может, кто-то мэр или кто он. Может, какой-то политик. Хуй пойми.
Короче, первый круг уже прошел. Они вот начинают сейчас второй круг, заезд. Я сейчас ухожу уже, как бы, не знаю. Сомнительное удовольствие от мотокросса, наверное, только для любителей, которые гоняют на мотоциклах, которые любят это все дело, мотогонки и все остальное. Не знаю, посмотрел как-то. Ну да, прикольно, конечно, круто. Опасненько, потому что можно упасть. На тебя может кто-то еще сверху напрыгнуть, наехать. Не знаю, ничего такого прям сверхъестественного. Возможно, это просто только что пляж, и преграды особо не... Как бы преграды несерьезные. Ну, хотелось бы, конечно, побывать в горах или в лесу, там где-нибудь проходить следующие туры. Возможно, следующие этапы соревнований будут получше, то есть там в лесу, каньон, горы. Но, к сожалению, я туда не смогу добраться, так как я буду в это время работать. До сегодня как бы выходной, и вот выбрался. Да, в общем-то, и все. Как я и говорил, 4 этапа соревнований, 4 дня. Пляж, лес, каньон, горы. Сегодня утром в 9 часов был отборочный тур. Сейчас люди, которые вышли в финал, сейчас соревнуются. Вот. Ну и так. В общем-то и все. Не знаю, как-то какой-то чемпионат, не до чемпионат. Как бы чемпионат мира, почему столько мало, ну, в общем, мало людей. Люди с разных стран приезжали, реально. Ну, то, что я слышал и видел. Это ЮАР был, Англия, ну, Турция, это понятно, Словакия, кто там еще? А хуй пойми, короче, Европа, мне кажется, вся. Нужно посмотреть еще, кто участвует. Но, блин, ну чемпионат мира, раз уж со всех уголков, если с ЮАРа приехали, то... Короче, ладно. Все, погнал я домой отдыхать. Самое удивительное, что уезжать отсюда не хочется. Хочется здесь, я не знаю, целый день пробыть. Не знаю, переночевать. Походить по горам. В походы какие-то. Блин, круто. Такое соединение с природой. Первый раз я в горах, и да. Все-таки не зря я приехал сюда, переборол свою лень, потому что с утра, ой, как было тяжело вставать, поздно лег, спать хотелось, хотел еще, думаю, поспать, потом уже на следующей неделе поехать, на следующей неделе было бы такое же самое состояние, где я никогда не выспишься. Так что не зря поехал. Сейчас еще немного посмотрю, подышу здесь, постою. И буду, наверное, спускаться вниз. Явление здесь сегодня людей. Да мало людей, мало. Ехал вагончик, я вообще пантерю не было. Не знаю, человек 15, может 10, а он рассчитан для 80. Вот. Здесь хожу спокойно, никто вам не мешает, фотографируешься где хочешь, люди отзывчивые, добрые, не знаю, классно здесь, да, воздух очень чистый, очень-очень чистый, не то что в Запорожье, в Запорожье приедет. Если что, это мой дом. Весь этот пейзаж, не знаю. Хочется все обдумать, я не знаю. Разные мысли в голову идут. Спокойно такое умиротворение на душе, знаете. Не знаю, что еще, как
еще сказать. Словами просто не передать. Нужно побывать здесь. Подышать этим воздухом. Насладиться видом. Потому что жалеть деньги. И думаю, один раз можно съездить. Не нужно жадничать ради такого удовольствия. Просто на секундочку посмотрите. Так, ну вот и все, спустились. Спустился я вниз. Теперь жду свой трансфер. Все-таки за который я заплатил. Должны и обратно меня отвезти. Уже не на обычной машине, а, наверное, какой-то автобус приедет. Сейчас посмотрим. Вот. Находится это вот здесь, возле главного здания этого Олимпуса. Вот. Так что такое вот дело. Короче, проблема с трансфером. Проблема одна. Что не понятно, решает. Селифтачка непонятно, в эту или не в эту. Все? Хорошо? Вроде все заебись. Ика? В общем, погнали под турецкую музыку. Короче, что, подытожим. Спустился я с Тахталы, спустился я в то место, откуда меня забирали турки. Вот. Это вот это место. Вот пальцем показываю, здесь обозначение есть Тахталы Теферик. Телеферик. Блять, приехала маршрутка, попозже объясню.
Николай, Святой Николай. В общем, посмотрим. Все, пока-пока.